Итак, у нас подходит к концу, вернее, подошел к концу очень прогрессивный профессиональный тренинг с достаточно, ну, вы согласны, да, много приемов, много глубокой проработки, да, и разные методы воздействия на тело человека. Ну, тут написано на анатомии, энергетические каналы человека, общий специальный массаж, мануальное воздействие на костно-связочный аппарат сразу во время массажа, мануальная коррекция позвоночника, таза, рук, ног и головы, а также дополнительные методы воздействия без повреждения кожных покровов. Хотя отдельно факультативно мы проходили еще хиджаму, да, и по хиджаме уже награждали людей. Итак, бесчастный Григорий Витальевич выходит на арену, ему вручается вот такой вот сертификат, диплом с правом работать в медицинских учреждениях, узорчетных объединениях, клубах, салонах и так далее, индивидуальной предпринимательской деятельности и открытия собственного дела. Красивенько, да? Давайте сфотографируемся, чтобы у нас... Очки я не могу. Да, можно одевать. Свидетельствовать. Красота. Ну, я вообще рад. Посмотри, куда. Спасибо большое. Достиг то, к чему стремился. Все, теперь ты мастер, посвящаемся в рыцари нашего профессионального оздоровительного клуба 4D освобождения. И вот у нас есть золотая ладонь, которой надо торжественно произнести клятву. Если хочешь, можешь в руках вот прочитать. Да. Я, бесчастный Григорий Витальевич, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания, навыки, полученные в Академии телесных ориентированных практик Альфа-Труп, будут приносить только пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины – не навреди, так что мое мануальное воздействие рук теперь будет оказывать только врачевательное воздействие, целебный эффект. Во имя спасения и восстановления всех тел человека в качестве гармоничного божественного сосуда. Благо даю, благо дарю, благодарю. Отлично, можно поаплодировать. Так, это тебе. Следующий награждается Саванчук Светлана Леонидовна. Опа, похлопали все. И также диплом, но я уже зачитывал, да, повторно зачитывать не буду. Ничего не трогаю. Так что жму руки, целую. Теперь ты мастер, профессионал, смело в путь, смело к клиентам. И не будет отбоя от благодарных клиентов, это я вам гарантирую. Согласна? Да. Ну, Олег, спасибо за те прекрасные дни. Ну, их было немало обучения. Что меня поразило, это простота подачи материала. Без заумных всяких там, да? Да, без всяких заумных этих слов, терминов. А также меня поразило то, что не только учишься, но и учишь других, но и учишься. То есть любое нововведение от своих учеников воспринимаешь прям вот... Вау, это новость, это ж новое знание, и берешь это тут же внедряешь. Вот это очень ценно. То есть не то, что там зазвездился, вот я все знаю, все умею, да, все сразу вот, а все сразу, вот все знания, которые приносят ученики, ты тоже внедряешь в дело. Вот это меня поразило. Вот, спасибо, конечно, была здоровская учеба. Я много для себя подчеркнула, чего мне не хватало. Мне не хватало, наверное, вот правки, мануальных методик, ну, а также альхиджама, которой я обучилась. Я буду, конечно, практиковать. Наверное, еще мы не раз увидимся, не раз я буду рассказывать о своих успехах. Спасибо. На здоровье, обязательно увидимся. А сейчас, наверное, я дам клятву. Да. Да, клятва Альфа-Топ. Так, она где? Да, это пока положи, вот, руку положи, клятва. Если не видишь, можешь другую руку взять. Я, Саванчук Светлана Леонидовна, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания, навыки, полученные в Академии телесно-ориентированных практик
Альфа-Топ будут приносить только пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью, добавлю, любому адекватному человеку. Я не подтверждаю главный принцип медицины «не навреди», так что мое мануальное воздействие рук теперь будет оказывать только врачевательское воздействие и лечебный эффект. Во имя спасения, во имя восстановления всех тел человека в качестве гармоничного божественного сосуда благодарю, благодарю, благодарю. Ура! Поздравляем!